А теперь, внимание, специальное предложение только сегодняшнего дня. Цветной, кожаный, с украшениями, что бы это могло быть? Конечно, это плащ Влади. Это то предложение, которое вы выбираете сегодня. Цена 1999 рублей, размеры от 50 до 60 и 3 цвета на выбор. Потрясающий плащ, который, надев один раз, уже не хочется снимать, потому что уж больно стройная фигура в этом наряде. Случалось ли вам когда-нибудь выбирать и надевать на себя плащи или пальто, чтобы ваша фигура в них казалась стройнее? Иногда верхняя одежда настолько правильно сконструирована, что, надевая эти вещи, вы чувствуете себя в них намного увереннее. Три цвета на выбор. Я выбираю для себя темно-синий цвет. И скажу вам честно, когда впервые увидела эту коллекцию, Ольге Шураевой заказала именно этот цвет плаща. Бордо. Бургундские оттенки покоряют не только француженок и французские подиумы, но сегодня весь мир выбирает для себя зимнюю вишню и оттенки бургундского вина. Ну, а я выбираю для себя сегодня цвет какао, вкус капучино, он просто у меня во рту сейчас на моих губах, потому что этот цвет невероятно приятный. Он сладкий, он вкусный, насыщенный, ну и смотрится, конечно, дорого и стильно. Слушай, Свет, я хочу тебя спросить, мы выбираем плащ, но получаем ли только одну модель? Если мы посмотрим внимательно на ткань и увидим, что это современное трикотажное полотно с голографией напыления под кожу, я раскрою вам секрет. Так. Эту вещь вы можете носить в качестве кардигана в холодное время года, например, поздняя осень, зима или зима-весна. И еще один момент. Вы можете носить ее как платье с плотными колготами, высокими ботфортами. Поэтому мы получаем сразу три базовые модели. Плащ – это верхняя базовая модель для теплого времени года. Платье с плотными колготами и кардиган. Представляете, сегодня мы разделим эту цену на три и получим невероятную выгоду. Но давайте обратимся, посмотрим в нашу ткань. Вы знаешь, с первого взгляда не отличить от натуральной кожи. Совершенно верно. За основу берется трикотаж. И мы видим с вами внутри, что ткань прекрасная, мягкая и на самом деле эластичная. Посмотрите, когда мы видим, что верхняя одежда из эластичной ткани, мы понимаем, что такие вещи подстроиться под наши параметры. Ни одна кожаная вещь не будет настолько мягка и комфортна, как наше предложение из трикотажа. Но что делают технологи? Сегодня существует метод голографического напыления на любую текстуру материала. И мы получаем с вами прекрасную имитацию натуральной кожи. Какой он мягкий, он нежный. Вы знаете, находиться в нем одно удовольствие, но при этом не отличить от кожи. А ведь между тем, если мы откроем глянцевые модные журналы, мы увидим, что наш плащ Влади на первых страницах. Давайте посмотрим и полистаем глянцевые журналы и еще раз убедимся в том, что наш плащ действительно может конкурировать с самыми известными брендами. Плащ Влади сегодня представлен брендом Ларичи до 60 размера. И сейчас пришло то время, когда мы выбираем не только ваш цвет, но и ваш размер. Очаровательная Ксения дополняет свой плащ легким шифоновым платком. Каждый из вас может выбрать для себя полюбившийся вариант. Вы можете надевать свитер с воротником хомут, вы можете надевать шелковые платки, рубашки или блузы, как у меня, чтобы воротничок виднелся, ведь у нас полукруглый воротник плаща. Ксения выбирает для себя брючный ансамбль, а мы с Олей выбираем кожаные юбки. И я хочу заметить, что такой фасон плаща, посмотрите, полусолнце невероятной красоты, будет сочетаться с юбками-карандаш, с теми юбками, которые обнимают ваши бедра. Но я хочу сказать, Свет, если окружающие замечают стройность, когда мы надеваем плащ Влади, то внутри, я тебе хочу сказать, я помолодела. Чувствую себя намного свежее. Хочется уже выйти на улицу и почувствовать теплый весенний ветерок. И вот он скоро уже заиграет в наших волосах, будет баловаться и хулиганить. А мы с вами будем идти роскошными по улицами, стройными, красивыми, молодыми и, конечно, обновленными. Обновляйте свою жизнь прямо сейчас. Вот если вы хотите сэкономить и выбрать для себя стильное предложение, дозванивайтесь в эту минуту. Ведь завтра наш плащ Влади будет стоить 3000 рублей. Сегодня мы с вами экономим ровно 1000. Поэтому экономьте, но не экономьте на себе. Выбирайте не просто плащ, но и украшения сразу. Вот, кстати, давайте поговорим об украшении. Многие заметили, что наш плащ украшен позолоченной фурнитурой. Вы знаете, сегодня многие производители пришивают фурнитуру на ткани. Выглядит это как
конечно, красиво, но насколько практично? Что делает бренд La Ricci? Они используют последнюю технологию, которую сегодня применяют многие наши российские дизайнеры. Метод пломбирования. Когда мы видим с вами вот такие заклепки не пришитые, согласитесь, такие детали смотрятся более эстетично. И это еще не все. Металлическая молния – это залог практичности и успеха. Сразу хочу сказать, я уже не покупаю сегодня вещи с пластмассовыми молниями, потому что пару раз я обжигалась и относила вещи в ателье. Сегодня мы выбираем не только красоту, но и практичность. Мы выбираем VIP, потому что сегодня мы точно знаем, мы VIP-персона. Такой плащ создан для женщин светского общества. Выбирайте для себя стильные образы, молодейте и стройнейте. Тем более, что сегодня кожу можно легко стирать даже дома, да, Свет? Сегодня трикотажное полотно с голографией напыления, имитация кожи, действительно поддается домашнему уходу. Стирка при температуре 30 градусов. Гладить наш плащ лучше с изнаночной стороны методом отпаривания при деликатной температуре вискоза. Давайте еще раз полюбуемся на эту красоту. Ни у кого не возникнет даже сомнения, что на вас надет кожаный плащ. Такие вещи всегда выглядят очень статусно. То, что на плаще имеются шлевки, вы можете всегда изменить свой плащ, добавив туда, например, кожаный ремень. Причем он может быть совершенно другого цвета. Мы сегодня с вами выбираем стильный, модный плащ, который на пике популярности. И если раньше вы не сомневались в таких моделях, не позволяли себе их носить, то прямо сейчас примерьте плащ Владе. Вы почувствуете молодость в вашей душе, а окружающие увидят вашу стройность. Про молодость Лена права. Когда Наталья Владимировна, наша героиня, надела этот плащ, и она дама взрослая, она увидела в отражении озорную молодую женщину. И на самом деле ей так понравился этот наряд, что представитель бренда Ольга подарила этот плащ нашей прекрасной Наталье. Так вот, милые женщины, когда вы выбираете для себя одежду, помните, что она должна быть не только модной, не только стильной и современной. Если вы приобретаете правильную одежду в своем гардеробе, вы молодеете, вы стройнеете. И это очень важно. Но при этом вы еще и подчеркиваете свой статус нашей фурнитурой, нашим декором. Вы выбираете не просто плащ стильный, модный, вы выбираете плащ сразу с украшением. Подчеркивайте свой статус, молодеете, вспомните свою юность и немножко можно поизорничать этой весной. Тем более, что сегодня цены позволяют 1000 рублей. Вы экономите, и наш плащ Владе всего лишь за 1999 рублей. Дозванивайте.